Друзья, всем привет! Значит, шла посылка с трек-номером, но он отслеживался только по Китаю. Сколько дошла, я не знаю. Здесь не написано, по идее. Да, не написано. Так что, что это даже? Я не могу даже представить. Давайте аккуратненько вот здесь надрежем. И посмотрим. Посмотрим, что здесь нам прислали. Это часы, что ли, или что за хрен-то? Нет, не часы. А, нет, часы, да. Ха, друзья, я думал, не придут. Круто, круто. Смотрите, сколько пупырки и в каком маленьком пакетике. И без трек-номера. Все отлично, все дошло. Рекомендую продавцам. И сейчас посмотрим, что у нас за часики такие. Кстати, ссылка, друзья, будет в описании. Там что-то в группе был у меня пост. Самые дешевые там, короче, часы. Около $1.5 или даже за доллар. Я не помню. Я заказывал 3 штук. И один заморозили заказ на Алиэкспрессе. А вот эти дошли. Значит, продавец не мошенник. Вот такой у нас кожаный ремешок. Типа драконий. Но это, конечно, замш. Ну, довольно приятный. Я таких ремешков уже перевидал. И смотрим по часам. Смотрите, какие. Прям как якудза. Написано Язол. Смотрите. Я злой. Кварц 27.8. Вот такие римские циферки аккуратные. Белого цвета. На коричневом ремешке. Довольно прикольно смотрится. И тут написано станина. Задняя часть. И типа лейбл их. Йоу-йоу-йоу. Давайте посмотрим, как они у нас на руке будут. Примерно вот так. И давайте взвесим данные часы на наших весах. Весы, включайтесь. Итак, весы у нас включились. И они весят 26 грамм. Очень-очень легкие. Повторю, ссылка в описании, переходи, покупай. А с вами я прощаюсь, ставьте лайки, подписывайся на канал и вступай в нашу группу ВКонтакте. Всем приятного вечера, пока! Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники, одежда и многое другое. Подписывайся, ссылка в описании.